объекте. Юль, меня чуть не подстрелила, думала враги. Внимание! Аварийная остановка системы вентиляции. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Ждать дальнейших указаний. Слышал, Артём? Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, а он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Уже и не знаю, что тут делать-то. Thank you.
Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Гюль в этой норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Юле. Доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить?
застрянешь. Приготовься, выключаю. Теперь, когда у нас наконец есть снимки всех крупнейших агломераций страны, очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов избежал удара, будет беспочвенна. Особенно досталось в Москве. По новым данным... Жителям здесь пока что невозможно. Хуже разве что Новосибирск, где... Мам, смотри, я нарисовала! Кто это пришел? Это я нарисовала! Вот! Какая ты молодец! Старший научный сотрудник Акимова. Тут серьезное совещание. Заберите ребенка. Пойдем, Гюль. Нельзя сюда. Пойдем. Там все покажешь. Пока мы ждем. Прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 01, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Thank you.